Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике. Ну, потому что реальные обзоры и тесты. Мы есть на YouTube, на Дзене, в ВК-видео, в Телеграме, даже в Одноклассниках и на Рутюб. Подписывайтесь там, где вам удобно. Ведь нам с этим жить, с этой бытовой техникой. У нас уже были на канале видео о бытовой технике Тувио от Яндекса. Оставим ссылки в описании, посмотрите. Ну, чем больше в продаже бытовой техники, тем лучше для нас с вами, пользователей. И вот в этом видео мы расскажем о стиральной машине Тувио. Она с сушкой, но не только это в ней интересно. Все подробности далее. Спойлер, будет пара интересных тестов. Ну, видите, она уже стирает, об этом чуть позже. Знакомьтесь, стиральная машина с сушкой Тувио. В смысле дизайна, ну, такая современная классика. Под многие интерьеры подойдет, явно с этой мыслью внешний вид и создавали. Светлый корпус, черная панель управления с металлическим программатором. Большая такая эффектная дверца люка, диаметр люка самого 33 сантиметра. Удобно загружать и вынимать вещи. Еще внешняя сторона двери практически не нагревается, если высокие температуры. Напишите в комментариях, как вам вообще дизайн. Это полноразмерная модель, 60 сантиметров глубина, но это без учета люка открытого. Не забывайте об этом. Я вообще всегда за полноразмерную технику. Если место есть, устанавливайте такую. Ну, больше вместимость, больше вот возможностей стирать что-либо объемное. Плюс она обычно устойчивее, не будет прыгать по ванной. До 9 килограммов вещей можно здесь постирать и до 6 высушить. Одна футболка, например, весит 150-200 граммов, джинсы 500-700, спортивный костюм 700-1000 граммов. Ну и вот в итоге посчитайте, сколько всего можно постирать. Если про вещи покрупнее говорить, то простыня 400-500, пододеяльник 600-700, наволочка 200, полотенце махровое 800, байковое одеяло 1300. Управление тут, ну, как видите, классическое для современной стиральной машины. Есть поворотный программатор, чтобы выбирать циклы стирки. И есть сенсоры, ну, для подбора дополнительных опций. Например, можно отложить старт стирки, выбрать температуру воды и интенсивность отжима. Белые символы на дисплее, но они хорошо контрастируют на темном фоне, так что все видно, понятно. И вполне информативно. Есть блокировка управления, так называемая защита от детей. Интересно, что для каждой программы, в зависимости еще от добавленных опций, на дисплее есть шкалы эффективности вот, по расходу электроэнергии и воды. И можно в этом плане подбирать то, что ну, для вас оптимально. Так, программа стирки и сушки тут 15, но вот даже исходя из количества, на все основные случаи стирки, сушки должно хватить. Но давайте пробежимся по меню. Экоцикл, который подходит ну, для самых разных хлопковых вещей. Классическая стирка хлопка. Есть еще программа стирки в 20-градусной воде для ну, не слишком грязных, конечно, хлопковых или даже смешанных вещей. Для максимально бережной стирки используйте режимы синтетика и шерсть шелк. Пуховые объемные вещи можно стирать с программой пуховое одеяло, соответственно. Есть режим антиаллергия, это тоже полноценная стирка, но вещи тут дольше находятся в горячей воде. Плюс дополнительные полоскания. Удаляются аллергены, полностью растворяется и потом выполаскивается моющее средство. Ну, для детских вещей рекомендуется, ну или если кожа чувствительная, ну и у взрослых тоже. Также дополнительное антиаллергенное полоскание в горячей воде можно добавить к некоторым программам стирки. Есть пара быстрых программ, стирка за 60 минут и даже за 15. Вот на этой программе остановимся, вернее, запускаем ее. Загружаем футболками с несильными загрязнениями. Вот только что пролили чай, кофе с молоком и соусом испачкали. И посмотрим на результат стирки. Ну, естественно, тут загрузка небольшая в этой программе, до 2 килограммов. Ну, на минуточку это примерно 10 футболок. Но мы моделируем реальную ситуацию. Вот случайно залили 3, и теперь надо быстро их постирать и высушить. Напомню, это стиральная машина Тувио, она с сушкой. Добавляем к быстрой стирке опцию сушки и посмотрим в финале видео, что с этими футболками у нас будет. Пока идет процесс, я рассказываю другие важные вещи об этой стирально-сушильной машине.
Раз уж мы о сушке заговорили, ну давайте здесь остановимся подробнее. Сушку можно опционально добавить к большинству программ стирки. Ну, можно использовать либо авторежим, сушка под утюг, на вешалку или в шкаф, и будет отличаться в итоге остаточная влажность вещей. Ну, понятно, под глажку чуть более влажные вещи будут, чтобы легче гладить. На вешалку почти не ощутите влажность, но небольшой процент ткани останется, так все как раз отлично отвисится. Ну, в шкаф это полностью сухие вещи, чтобы сразу убрать или надеть. И вот это интересный момент. Досмотрите до конца видео, я там расскажу лайфхак насчет автосушки. Ну и по времени сушка ее можно использовать, если знаете примерно, ну, сколько те или иные вещи сушатся, но уже есть опыт, тоже такой вариант. Тут уж как удобнее. Бывает так, что постирали разные вещи и что-то надо сушить обычным способом, ну, потому что так лучше для вещи, а что-то можно и в машине. Тогда просто сначала стирка, а потом отдельно можно запустить сушку. А еще тут есть более интенсивная сушка для хлопчатобумажных тканей и отдельно цикл с более бережным воздействием. Внутри этих циклов тоже возможен выбор автосушки по степени влажности или установка времени сушки. Другой алгоритм: вам как раз надо за раз постирать и высушить вещи. Тогда выбирайте программу «Стирка и сушка хлопка». Ну, везде пишут «хлопок», но в целом при адекватных настройках температуры и интенсивности сушки смешанные ткани тоже тут вполне окей. И тут до 6 килограммов можно сразу и постирать, и высушить. Так что опции моря, и это удобно. Да, вот тут еще сделаю ремарку, ну такой личный опыт. Машина с большой загрузкой, полноразмерная, это отлично. Но если вам надо постирать и высушить, например, постельное белье, то ограничьтесь одним комплектом за раз. То есть наволочки, простынь, пододеяльник. Вот так точно у вас на выходе будет, ну, хороший результат. Чистые и сухие вещи. Большие объемные вещи где-то в отдельных местах могут быть иногда, ну, чуть недосушенными. Такое не часто, но бывает именно в случае со стирально-сушильными машинами любых брендов. Все же объем барабана ощутимо меньше, чем у отдельной сушильной машины. Поэтому, ну, такие большие вещи сложнее просушивать. Именно поэтому даю эту рекомендацию. Оставьте простор для движения воздуха во время сушки. Ну и вообще надо понимать, тут загрузка 9 килограммов для стирки и 6 для сушки. То есть, если вы прямо забили барабан вещами под завязку, то для качественной сушки надо будет часть вещей вынуть, просушить, например, за 2 раза вот такую полную стиральную загрузку. Или загружайте немного меньше, и тогда стирайте и сушите все за один цикл. Еще важное об этой стирально-сушильной машине Tuvio. К части программ стирки можно добавлять обработку паром. Это пар в конце цикла, он служит для разглаживания вещей, плюс, ну, антиаллергенная обработка. Я это называю, ну, дополнительная гигиена. Такой термин придумал. Но надо понимать, что в этом случае вещи в конце цикла будут слегка влажными после воздействия пара. Кстати, напишите в комментариях, пользуетесь ли паром в стиральной машине. Для каких вещей, в каких программах добавляете? Ну или, может быть, хотели бы вы стиральную машину с паром? Барабан стиральный здесь, смотрите, какой поверхность рельефная, похоже все это на пузырьки. Гладкие и объемные выпуклости. Это дает лучшее вспенивание моющих средств, плюс дополнительное такое мягкое механическое воздействие на вещи. Ну, как вы понимаете, это все для того, чтобы вещи лучше отстирывались, но при этом стирка оставалась бережной. Раз уж заговорили про барабан, надо и о баке стиральной машины вспомнить. Бак пластиковый, и пластик тут прокачанный, композит, устойчивый к щелочам, кислотам, с хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами, что вообще-то важно. Например, хорошая теплоизоляция экономит электроэнергию, ну, потому что вода быстрее нагревается и медленнее
остывает. Бак неразборный. Ну, во-первых, при правильной эксплуатации машина, ну, в любом случае прослужит долго, так что зачем его разбирать? Подшипники рассчитаны, ну, тоже на длительные нагрузки и длительное использование. И это, конечно, проверяется. На заводах всегда есть тестовые стенды, лаборатории, где проводится по выпускаемым моделям, в том числе и проверка работы с высокими длительными нагрузками. Ну и простой совет. Не нужно включать все время отжим 1400 оборотов. Это доступный максимум здесь. Для большинства вещей оптимально 800 тысяч оборотов. Так и товарный вид вещей дольше сохранится. И нагрузки на подшипники опять же меньше будет. И, кстати, на стиральные машины Tuvio есть еще гарантия 5 лет от бренда, что вообще-то говорит о том, что производитель уверен в качестве продукта. И важно, что есть сервис налаженный. В случае возникновения проблем с машиной можно написать в поддержку Яндекс.Маркета. Там подскажут, куда обратиться за обслуживанием. Ну и про мотор. Он инверторный, бесщеточный, асинхронный. Ну то есть это реально современный мотор, надежный, экономичный и тихо работает, кстати. Насчет экономичности еще сразу одно уточнение. Класс энергоэффективности тут заявлен B. И это обычное дело для стиральных машин с сушкой. Если бы машина была только, ну, только стиральная, то был бы класс А и даже А с плюсами. Ну вот как другие стиралки Tuvio, которые без сушки. Но тут нагрев воздуха при сушке, что и дает некоторый дополнительный расход электроэнергии. Но подчеркну, только во время сушки. Ну и как в любой современной стиральной машине, тут реализована защита от дисбаланса загрузки барабана. При отжиме машина, если его выявит, попытается распределить вещи более равномерно. Если не получится, то отжим отменится, чтобы машина не вышла из строя. Плюс, что круто, есть контроль загрузки стиральной машины. Это происходит, ну, на первом этапе стирки. Исходя из этого, машина оптимизирует параметры стирки, время, расход воды и в итоге электроэнергии тоже. Перед тем, как посмотрим на наши футболки, давайте еще вот о чем. Зачем и кому вообще нужна стиральная машина с сушкой? Ну, смотрите, несколько вариантов. Когда стирки много, а места, чтобы сушить вещи, мало, например, ребенок маленький в семье, ну или просто вы стираете вещи, единожды надев. Когда нет места для установки отдельной сушильной машины. Часто ведь даже в колонну бывает проблематично все поставить. Вот у меня такая ситуация дома, и я пользуюсь стиральной машиной с сушкой. Или вы просто не хотите тратиться на отдельную сушилку, что-то сушите по классике, где-нибудь там на балконе, например. Например, постельное белье, а мелкие вещи, носки, футболки всякие, лучше сушить в машине и не париться с развешиванием всей этой мелочи. Плюс такая машина – хорошее решение для людей, которым некогда или лень вынимать вещи, развешивать. Хочется просто нажать пару кнопок и получить на выходе чистые и сухие вещи. Ну, для тех, кто как-то проще относится к вещам, у кого нет или совсем мало сложных в уходе вещей. И это, кстати, опять же про меня. У вас какие варианты? Пишите в комментариях, в каких ситуациях оптимальна стиралка с сушкой. Итак, мы запачкали и постирали футболки программой «Стирка за 15 минут» и добавили к ней сушку. И вот что у нас получилось. Совершенно чистые футболки и почти сухие. Почти, потому что сушку выбрали под утюг. И это лайфхак из опыта. Я дома пользуюсь стирально-сушильной машиной и очень редко глажу вещи, но сушу их в основном как раз до степени влажности под утюг. Ну, во всяком случае, если вещи не крупные. Потому что я такие могу и надеть сразу. Я не ощущаю их какими-то сильно мокрыми. Скорее, ну, такая приятная телу легкая увлажненность. Минут 10 и футболка уже сухая на тебе. При этом электроэнергия при такой сушке экономится, что важно. А вы так делаете? Расскажите в комментариях. Ну и вообще свои лайфхаки пишите. Как я люблю говорить, вы все видели сами. Вместимость хорошая, стирает отлично даже за 15 минут. Есть нужные программы стирки и сушки. Сушка в авторежиме по влажности или по времени.
подчеркну и дополнительные опции. От отложенного старта, выбора температуры воды, предварительной стирки очень грязных вещей или дополнительных полосканий до пара в конце стирки. Современный инверторный мотор. Реально понятное и простое управление. Классический программатор плюс сенсоры. Тостер рекомендует эту стиральную машину Тувио. Ссылка на нее есть в описании видео. Пишите в комментариях свое мнение. Кстати, если пользуетесь техникой Тувио от Яндекс. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Делитесь этим видео с теми, кому нужна хорошая стиральная машина с сушкой. Мы есть на всех главных площадках – YouTube, Rutube, VK Video, Zen. Заходите и на сайт Toaster.ru, есть мы в Телеграме и даже в Одноклассниках. Найдете не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!